Добрый день, Рагабей. Анурбей, здравствуйте. Как дела? Спасибо. Рад встрече, присаживайтесь. Я хотел лично поздравить вас с назначением на должность председателя, но так замотался, что не смог позвонить. Ну что вы, какие пустяки. Ну а потом произошел тот неприятный инцидент. Да, крайне неприятный. Да, но что поделать? Не научились мы противостоять сплетням. Порочат имя уважаемого бизнесмена, как вы. Анурак Сал — это гордость страны, а его репутацию в грязь втаптывают. Ладно, забудьте, не будем. Чем вас угостить? Спасибо, я тороплюсь. У вас ко мне дело? Я могу быть полезен? Говорите, без обиняков. Я пришел не за тем, чтобы просить вас об услуге. Подумайте о том, как обезопасить себя лично. А заодно и свое будущее. Что это? Посмотрите. Хотя вы в курсе, что было дальше? А это откуда? Это, в общем-то, не важно. Вы попали в западню, Рагбби. Если об этом видео узнает, я вам не завидую. Но... Позвольте вам все объяснить. За этим стоит человек, который совсем недавно оклеветал и меня. Эрдал Карайлджу. Но ведь... С ними меня познакомила женщина. Жале Эрилдыс. Та самая женщина, которая порочила меня с экрана телевизора. Жале Эрилдыс, любовница Эрдала Карайлджу, а также его первая и главная помощница во всех этих грязных интригах. Эрдал, он вас шантажировал? Я даже не знал, что меня снимают. Значит, пока вы для него не угроза, и диск в дело не пустили. Вот подлец. Мерзкий пес. Скажу сразу, что оригинал находится у Эрдала Карайлджу. Но вот одна копия попала ко мне. Я не понял. Послушайте, Рагабби, я должен доказать, что все обвинения против меня клевета. Я намерен представить это видео в суде. Разумеется, разразится скандал, особенно когда выяснится, что Жале Эрилдыс лично участвовала в этом деле. Мне придет конец, если этот кошмар покажет. Да, репутация будет подмочена. Но если эта Жале Эрилдыс снова выступит по телевидению и признается, что оклеветала меня, я обещаю, что в тот же момент уничтожу диск, который сейчас находится у меня. Что же мне делать? Не знаю. У вас ведь много друзей. Понятно. Вы предлагаете мне самому спасти себя и вас. Суд состоится на выходных. Мне придется представить доказательства. Но я... Анур!